Привет, друзья! С вами Проходимец и Шарики! Ах, Проходимец, ты только погляди, какое мороженое! А я бы не отказался от картошечки фри! Погодите, Шарики, с этим мороженым нужно еще как-то разобраться! Ну что же ты делаешь, Проходимец? Нам нужно покушать мороженую картошечку фри и совершенно не попасть в неприятности! Это я понимаю, что нужно не попасть в неприятности, но как это сделать? Это уже совершенно другой вопрос. Ой, Проходимец, как мы соскучились по твоим крокозябликам. Честное слово. Я тоже по этим крокозябликам очень даже соскучился. Только я пока что не очень понимаю, как здесь все нужно сделать. Ладно, кажется, я начинаю догадываться. Мне нужно синенький шарик отправить наверх к этому вентилятору. Только это не просто. Проходимец, ну как же ты можешь его отправить, если он у тебя совершенно застрял? Нет, и еще совсем не совершенно. Ой, я уже совсем сдвинуться с места не могу. Что ты такое на мне нарисовал? Да не волнуйся, сейчас мы тебя сдвинем. Или уже совсем не сдвинем. Похоже, что нет. Ладно, пробуем сначала. Мне кажется, здесь все намного проще, чем кажется. Ну, конечно, всегда просто, особенно когда берешь подсказку. Нет, подсказки мы брать совершенно не будем. Тем более в первой же миссии. Я ведь проходимец и сам могу пройти эту миссию. Вот так вот. Ну что, я крутой или как? Да, да, крутой, смотри, как здорово получилось. Ой, это не то, что я хотел. Ну вот, совсем ты не крутой. Надо было что-то такое сделать, чтобы я попал куда надо. Ну, теперь-то я уже точно знаю, что нужно сделать. Смотрите, если я в этот раз не пройду, то можете вообще отобрать у меня перо. Я думаю, это будет абсолютно честно. Так, хоть бы получилось. Ай, ну шарики, Проходимец, ну уже. Опять ошибка, мы отбираем у тебя перо. Погодите, еще не ошибка, я прошел этот уровень. О, здорово, а то я ж думал, что придется отобрать у тебя перо, расстроился. Перо не отдам и подарок не отдам, беру третий. Ну да, как всегда, я этого и ждал. Давайте смотреть, что во второй миссии. Проходимец, лучше бы ты нам подарок все-таки отдал. Я почти ему угадала. Лучше бы, да не лучше бы. А что это за странные штуки там такие? Ой, меня закрыли. Причем абсолютно. Ого. И полностью. Смотрите, так там же попрыгунчик какой-то просто. Ничего себе. Ну и чем он нам поможет, этот самый попрыгунчик? Если честно, я пока не знаю. Давайте подумаем, какой шарик куда мы можем затолкать? Ну, например, меня можно затолкать в синий портальчик. Будет очень здорово. Думаешь, получится? Ну... Попробуем сбросить тебе каких-нибудь кружочков. Правда, это не очень-то кружочек получился. Но если мы тебя подтолкнем в синий портальчик, то уже будет полегче. Давай, шарик, давай. Я, кажется, качусь. Я прикатился. А дальше? А я не знаю, что дальше. Проходимец, а зачем эти пружинки? И почему они спрятаны под лазерными лучиками? Что-то совершенно ничего не понятно. Если честно, я сам ничегошечки не знаю. Все, что я могу делать, это вот такие вот странные ходы. Так, давайте подумаем. Нам надо как-нибудь толкнуть розовый шарик. Меня? Но как это сделать? Ну как же ты меня толкнешь? Непонятно. Ой-ой-ой. Я даже не представляю пока что, как это можно сделать. Попробуем свалить вот эту вот штуковину квадратную. Штуковина квадратная, вались уже в конце концов. Проходимец, по-моему, она сейчас просто абсолютно застрянет. Нет, она обязательно завалится. Вот прямо сейчас. Ну, штуковина. Не хочет она валиться. Еще кусочек. Нет,
совсем. Еще палочка совсем надо маленькая. Не хочет, она абсолютно застревучая. Нет, не абсолютно. Я ее столкну. Я ее точно столкну. Ой, или не столкну. Да столкну. Надо просто что-то побольше сверху достроить. Ну давай, правда. Вот, получилось. И что это нам даст? Ну, я не знаю. Она даже до меня не доберется. Ладно, попробуем сбросить тогда синий шарик. Ну, вот он уже упал. А я стою на месте. Да, я вижу. А что если мы... Вот, все. Теперь уже точно миссия провалена. Ой, конечно, ты же все забаррикадировал. Ладно, забаррикадировал. Давайте я попробую другую схемку. Сделаю-ка я немножечко по-другому. Вот так вот, например. Попробуем сделать линию, чтобы этот прямоугольник как раз столкнул розовый шарик. Я сейчас сюда упал. Ой, это была ошибочка. Но... Проходимец, ну это ты меня хорошо, конечно, толкнул. Но что же мне дальше-то делать, если я падаю на лазерный луч? А ты и не упадешь на лазерный луч. Я об этом обязательно позабочусь. Смотри, я сделаю специальную подставочку. Вот так вот. Ну-ка, да что ж такое? Подставочку. Почему застряла? Подставочку ты сделал совсем слабенькую, а она не удержала четырехугольник. Сейчас исправлю. Вот, надеюсь, теперь пролетит как надо. Туда, куда надо. Ай, здесь получилась ступенька. Да что ж у меня такие корявые фигуры постоянно получаются. Ой, проходимец, у тебя вечно так получается. Я даже не понимаю, почему ты расстраиваешься. Не мог меня поддержать. Вечно у тебя так получается. Тоже мне друг великий называется. Ой, кажется, ты меня эта штука никак не доберется. Добралась. Не переживай. Сейчас у нас есть другая проблемка. Нам надо каким-то способом синий шарик затолкать. А это совсем непросто. Хотя, наверное, я снова допустил непоправимую ошибку. Мне тоже так кажется. Как можно меня затолкать при такой крокозябе? Вот именно. Здесь нужно придумать что-нибудь похитрее и посложнее. Это, например, что, проходимец? Это, например, вот такая вот схемка. Сейчас у меня 100% получится. Все, один шарик внизу. А теперь осталось только сделать миллион маленьких точечек, чтобы толкнуть второй шарик. И правда, здорово получается. Только здесь я буду тысяча лет. Ай. Куда же ты меня прости. Засталкиваешь? Давай в другую сторону. Ну уже, ну шарик. Эй, почему у меня все палочки исчезают? Упс, неужели я все так классно сделал и провалюсь в самом конце? Давай, нет. Проходимец, у тебя должно получиться! Получилось? Да. Не получилось. Теперь нужно как-то избавиться от всего этого хлама. О, немножко хлама уничтожил. Уже легче. Так, теперь снова делаем много маленьких точечек. Ну-ка, точечки. Бесконечное количество маленьких точечек. Проходимец, уже... по-моему, это уже бесполезно. Нет, всегда я все полезно. Я тут застрял навеки. Я тебя спасу, шарик, спасу. Ну, хоть как-нибудь спасу. Нет, не спасу. Давай еще раз. Я понял главное правило этого уровня. Нельзя допускать ошибок. Нигде нельзя допускать ошибок, а ты их все допускаешь и допускаешь. Больше не буду, честное слово. И вот одна из них. Да молодец, нет. Молодец, проходимец. Это вообще ни капельки, даже ни чуть-чуть не ошибка. Мы обязательно затолкаем прямоугольник. Ну уже давайте. Ну, я столько фигур сделал. Вот еще одна. Эй, еще сверху. Проходимец, не задавайся. Опять совершил ошибку. И это уже не первый раз. Нет. Это еще не ошибка. Вот это уже ошибка. Теперь уж точно ошибка. Все, шарики, делаем очень осторожные линии. Вот такую, потом вот такую, дальше вот сюда и ступеньку. Вот, все, фигура, да что такое, опять неправильно? Да как неправильно опять?
Я точно пройду эту миссию. Проходи, Мед. Вот, может, смотрите. Может, ты попробуешь как-то по-другому? Нет, это хороший план. Я точно знаю. Делаем много точечек, толкаем точечками синий шарик. Теперь главное его не затормозить нигде. Еще точечка. Вот. Еще вот точечки. Получается, проходи, Мед. Давай, давай, давай. А теперь уже можно... Проходимец, что ты натворил? Простите. Проходимец, простите. Что ты натворил? Шарики, спокойно. Ситуация под контролем. Наконец-то я прошел это испытание. Вау, круто! Выбирайте подарочек. Может быть, повезет. Я думаю, первый подарочек лучше всех. Ого, 500 монеток. Ну хорошо, это, конечно, супер выбор. Вот, я так и знал, что нам сегодня должно повезти. А вот здесь что-то, мне кажется, нам сейчас совершенно не повезет. Ах, какой ветер перемен, ля-ля-ля. Здесь нужна защита ветер хорошая. Перемен, ля-ля-ля, я взлетаю. Ты, конечно, можешь взлетать, но с синим шариком проблемка. Он застрял, и, по-моему, его уже не вытащить. Ой-ой, и правда не вытащить, проходимец. А делать-то чего, а? Просто схемку нужно немножечко изменить. Как-то ее по-другому сделать. Да что ж у меня застряла эта штука. Ай, не могу линию продолжить. Эй, ну все, прости, шарик. Что ты творишь? Проходимец. А чего это синенький шарик не полетел вот в эту опасную штуковину? А может, я не должен никуда лететь. Может, я балансирую. Может, я крутой балансировщик. Не знаю, насколько ты крутой, но я что-то не очень крутой проходимец в последнее время, если это честно. Это потому, что ты к нам давно не заходил. Если бы ты заходил к нам почаще, ты бы проходил очень быстро. Ну хорошо, я буду стараться почаще к вам заходить. Но сейчас для меня самое главное затолкать синий шарик в портал. Я уже почти справился с этой задачкой. Почти не считается. По-моему, эти палочки танцуют без меня какой-то странный танец. Нет, смотрите, все в порядке. Один шарик на месте. Так, теперь надо разобраться с порталами. Кого куда отправить? Ох, это вообще, я вам скажу, непросто. Ох, проходимец, как же мне добраться хотя бы до одного портальчика? Сейчас что-нибудь придумаем. Главное попасть в синий портальчик. А для этого будет мостик вот такой. Ой. Ох, проходимец, но в синий-то портальчик попасть можно? А как мне вообще хоть в какой-нибудь попасть? Вот это задача. Ладно, я, по-моему, снова наделал каких-то ошибок странных. Ой, проходимец, мне кажется, что что-то в этом не так. Да, здесь вообще много чего не так. А если я вот такую фигурку сделаю? Так, уже легче. Теперь вот сюда толкаем синий шарик. Ну же, синий шарик, толкайся. Ну не давай. Не могу, проходимец. Это так сложно. И вообще, зачем ты меня кидаешь в этот зеленый портал? Он же ни о чем мне не говорит. Ничего. Главное, что ты в него телепортировался. А теперь мы попробуем забросить розовый шарик. Вот один портал. Теперь второй портал. И ура! Получилось! Вот здорово, проходимец! Да, я старался, шарики, честное слово. Выбирайте подарок. Я думаю, третий. Третий? А, неплохо. Неплохо, шарик. Мне нравится такие монетки получать. Вот-вот. Сегодня, конечно, мне не на 100% повезло, но все-таки неплохо. А, давайте мы подумаем. А что в этой миссии-то надо сделать? Ой-ой-ой, здесь так много порталов, кнопочки. Ой, как классно повезло. Ой-ой-ой, ты там все выходы позакрывал. Ай-яй-яй. Все, миссия пройдена. Вот. Я справился. Вот это да. Может, выберешь какой-нибудь подарок, раз ты так быстро прошел миссию? Договорились, я выберу. В
прошлый раз брал третий, там было самое бесполезное количество монеток. Надо опять взять третий. Моя стратегия сработала! Вот это да! Какой же ты молодец! Ну, конечно, это не самый крутой результат. Ну да, я еще добуду самый крутой результат. А вот здесь что? Так, здесь все очень даже сложно. Надо подумать. Что делать в первую очередь? Ой, мне кажется, что здесь еще сложно то, что там... Ой, мамочки, ой-ой-ой-ой-ой. Кажется, там такой лучик, что ни вправо, ни влево. Все в порядке. Главное закинуть этот шарик наверх. Я уже знаю, как пройти миссию. Если получится, конечно, шарик закинуть наверх. А пока что его закинуть не получается. Вот получилось. И теперь... что? Ай, ошибка. Не туда, не так. Как же это ты так делаешь, проходимец, что ты совсем ничего не получилось? Ладно, сделаем по-другому. Здесь мостик, здесь толкаем шарик. Он падает, толкает наш шарик. И теперь здесь что, надо что-то нарисовать. Что же такое делать, чтобы я тоже толкнулся немножечко? Да, просто надо хлама побольше туда набросать, и все. И получится. Вот, сейчас, смотри. Получилось! Шарики, опять ваша очередь выбирать подарочек. Я думаю, что это будет средний подарочек. Средний, так средний. Небольшой, не маленький. Хорошо, мы прошли все ежедневные испытания. И теперь можем купить костюмчик, я надеюсь. Так, у нас 3000 монеток. А сколько стоят ручки? 4000, 4, 4. Как все дорого, костюмчики? Проходимец. Так, где новые костюмчики? Эти все куплены. О, это неинтересные костюмчики. Слушайте, костюмчики тоже по 4000 монеток. Придется идти еще всякие миссии выполнять. Ну давай, проходимец. Я надеюсь, что у нас получится что-нибудь выполнить. Ого. Я тоже надеюсь. Это что за катапульта такая? Ай, не вовремя! Ой-ой, что же ты делаешь, проходимец? Здесь надо вовремя. Шарик, давай! Ай, не вовремя! Да что ж такое? Снова ошибка. Вторая ошибка подряд. Проходимец, но я уже понял, когда надо толкать шарик. Вот сейчас! Ой, надо же было его ловить с той стороны. Вот подстава какая. Так, ловим шарик. Ну, получилось! Получилось! И мы заработали монеток, наверное. Да. Или нет? Да, я думаю, заработали. Мы монеток заработали. Просто целую горку. Что ты делаешь? Здесь же нельзя столько чернил использовать. Только столько. Я нормальное количество использую. Совсем нормальное. Смотрите, какая горка классная получилась. Ого! Вот так вот. Здорово. Еще 25 монет. А здесь что хотите сделать, шарики, а? Не знаю, но как-то так, чтобы на лучики не попадаться, было бы неплохо. И правда было бы неплохо, чтобы не попадаться на эти лучики. Ой-ой, что-то это было не очень правильно. Да. Этот шар все забаррикадировал. Именно так. Нам нужно избавиться от этого шара, и чтобы он не успел избавиться от нас. Ну, как бы это сделать? Вот так вот. Так, линия. Не успел. Надо сделать то же самое, но быстрее. Линия. Так, ай, не вовремя. Слишком быстро. Надо же, какая непростая миссия. Так, вот, получилось. А я тоже на горке покаталась. Было здорово. Да, здесь главное ловкость. А одна секунда неверно, и все. А здесь как? По-моему, ой, надо избавиться от этих шаров. Ой-ой! Вот. Один шар минус. Теперь надо избавиться от второго. Ну же, толкай его, шарик. Ты что, хочешь и от меня тоже избавиться? Нет, тебя мы притормозим на некоторое время. А теперь надо как-то сделать аккуратно. Вот так вот линию сделаем. Вот, она держится. Она держится. Я надеюсь, ты там пролезешь? Нет, я там совсем не пролезу. Линию надо делать какую-нибудь с углублением, например. Ладно, сейчас сделаем тебе линию с углублением.
если получится. Я надеюсь, ты там вверху не застрянешь с этими палочками. Не знаю, эти палочки для меня, между прочим, очень даже коротенькие. Так, делаем линию с углублением. Вот такая вот подойдет? Не знаю. Ты меня теперь вытолкай, попробуй. А то я не смогу вытолкаться благодаря твоим палочкам. Я тебя сейчас обязательно вытолкаю. Эй! Катапульта! Эй, аккуратно! Смотри, какая беда случится! Нету никакой беды! Все произошло именно так, как надо! И даже мы заработали 3 звездочки! Шарики, я стараюсь ради вас! Да, здорово! Мы тоже хотим для тебя постараться! И поэтому уже приготовили для тебя огромный сюрприз! Вы уж, пожалуйста, постарайтесь! Вот, я постараюсь и попробую что-нибудь придумать в этой миссии! Ну давай, попробуй! Только что-нибудь ценное! Обязательно ценное! По-моему, это хорошая миссия! Здесь нельзя сделать недопустимых ошибок! А сейчас какая будет недопустимая ошибка? Спокойно, ситуация под контролем. Нет, только не это. Ну зачем же ты нарисовал эту палочку? Я случайно. Я не хотел эту. Ой, а эту я тоже не хотел. А эту зачем нарисовал? Вот шарики, спокойно, смотрите. Вы уже очень близко. Мы через перегородку, тебе так не кажется? Да, ну допустил я маленькую ошибку, ну с кем не бывает. Сейчас все исправлю. Вот, одного шарика отправил. Так, хоть бы не сделать сейчас то же самое. Нет, ай! Только это... Ну почему, это еще не так плохо. Я мог бы еще и хуже все сделать. А эту ситуацию, по-моему, можно исправить. Ну, мне так кажется. Проходимец, ты тратишь все на свете звездочки. Нет, еще ничего не потратил. Ой, шарики, ой. Я знаю. Здесь надо просто тяжелого добавить. Ну что, звездочки? 2 звезды. Ну, 2 это тоже хорошо. А это что такое? А это очень смешная штука. Интересно, если мы туда упадем, нам весело будет? Не знаю, шарики, насколько это будет весело. Ой, я падаю, прикольно, мне нравится. Та-ра-та-та, та-ра-та-та-та-та-да, та-ра-та-та-та-та. Да, это весело. Но это нам никак не поможет пройти уровень. Здесь все намного хитрее я и сложнее. Я тоже хочу покататься, проходимец, так нечестно. В прошлый раз он катался, а теперь я хочу. Погоди, здесь очень непросто все это проходить и кататься. Ой, меня чем-то колят, сильно тяжелым. Ай. Ой-ой-ой, что стой. Это за рогоза такая? Стой, ситуация исправляется. Проходимец в деле? Нет, не справится. Это проблема. Проходимец, зачем ты рисуешь такие большие штуковины и теряешь столько чернил? А я просто не знаю, как здесь все проходить. Здесь все очень сложно. Очень хитрые уровни. Вот, может быть, вот так вот? Ну, это уже поинтереснее. Оно одинаково двигается. Так, а теперь будем шарик сбрасывать. Ай, не вовремя. Да, не вышло. Еще разик. Надо подумать. Подсказку я пока что брать не буду. Это ведь очень простая миссия. Я-то справлюсь. Я-то проходимец. А не будь ли кто там? Так, только как здесь справиться-то, а? Ну, проходимец, просто вот эта штучка должна быть немножечко выше. Тогда она будет лучше подпрыгивать. А если я буду подкидывать? Ой-ой-ой, ну, повыше бы. Повыше? Сейчас сделаем повыше. Если мы хлама накидаем всякого вниз, то и повыше получится. Чернила все тратим, что ты неважно, здесь главное пройти миссию. А чернила — это уже второе дело. Ой, что-то все так прыгает. Ну же, шарик, допрыгни. Нет, не допрыгнет. Придется сначала. Зато я знаю, я придумал, как пройти миссию. Надо вот сразу делать высоченные палки. Ах, вот такие. Проходимец,
Вот это хорошая идея, конечно, с одной стороны. А с другой, зачем же так много чернил потратил? Простите, шарики, это немного, это совсем мало. А вот сейчас я сделаю вот такую вот линию. Ну все, я теперь пройду. Я пройду эту миссию вот прямо сейчас. Давай, смотрите, получится. Давай, ну же. Шарик! Да. Да. Ура. Я не зря столько старался, шарики. Это вышло как раз, как я хотел. На 3 звездочки. Ты просто молодец, проходимец. И достоин того, чтобы купить себе ручку. Да, только ручки по 4000 монеток. Как я их куплю? Мы еще столько не насобирали. Ничего, проходимец. Я думаю, когда ты придешь к нам в следующий раз, будут миссии интересные за большое количество монет. Ну ладно, шарики, тогда я к вам скоро вернусь, а вы без меня не скучайте. Будем скучать, будем по тебе и твоим подписчикам. Подписчики, вы слышали? Шарики будут по вам скучать. И чтобы не пропустить следующую серию, обязательно жмите колокольчик. А с вами был Проходимец и 2 веселых шарика. Скоро встретимся. Пока!